Всем привет, друзья! В комментариях под одним из видеообзоров новинок из магазина Fix Price вы меня просили проверить вот такие наборы бигудей для создания локонов. В этот набор входит 10 бигудей розового цвета, но я думаю, цвет тут не принципиален. Размер у них внешний диаметр практически 5 сантиметров, внутренний диаметр 2 сантиметра. Сами бигуди выполнены из плотного силикона и в упаковке их 10 штук. Способ применения очень простой. Нужно эту бигудюшку раскрыть, на серединку накрутить локон волос и потом, чтобы зафиксировать, обратно вернуть верхнюю часть в исходное положение. Признаться честно, есть у меня сомнение, что все-таки на моих волосах локоны не удастся создать, потому что волосы у меня, чуть-чуть подлиннее, чем средняя длина, да и диаметр этих бигудей все-таки мало. Ну что, давайте попробуем что-нибудь соорудить. Я думаю, что на такой объем волос, который у меня, все-таки 10 штук маловато, но покупать ради теста еще упаковку мне как-то не очень хотелось. Наношу спрей для укладки на кончики волос и попытаюсь все-таки накрутить все пряди, чтобы создать эффект хоть какой-то укладки. Ну, в принципе, приноровиться их накручивать вполне возможно. И закрываются они довольно-таки хорошо, но есть у меня опасение, что если делать такую укладку на ночь, то они не будут держаться всю ночь и со временем где-нибудь за подушку куда-нибудь закатятся. Накрутить свою длину волос полностью на эти бигуди, естественно, мне не удалось, так как диаметр все-таки маловат. Вот для коротких волос, я думаю, может быть и подойдет, но на моих волосах на полную длину никак не удавалось их накрутить. Оставлю это дело до полного высыхания и посмотрим, что же получится. Друзья, и прошло буквально каких-то минут 40, и я уже третий раз начинаю поправлять пряди, потому что, видимо, под тяжестью либо моих волос, либо просто сами вот эти бигуди, они не очень хорошо держат, и мне приходится постоянно их подкручивать. Они сползают и не держатся, и выбиваются эти несчастные хвостики. Так что пока, знаете, у меня этот процесс похож на какую-то беготню. Ну что это? Пока эффект меня, конечно, не впечатляет, но что мы хотим, минут 40 только прошло, волосы пока еще влажноватые. Друзья, ну что, отходила я 3 часа, кое-как с горем пополам, но мне совершенно не понравилось. Волосы у меня высохли, я их дополнительно, когда они были накручены, еще и подсушивала феном, чтобы ускорить этот процесс. Но вот это максимум, что получилось. Единственное, что на коротких, вот тоненьких прядках, которые были самые тонкие, да, чуть-чуть эффект какой-то завивки имеется, вот челка чуть-чуть подкрутилась.
На вот такие волосы такой длины мне совершенно не понравилось. Возможно, если покупать несколько таких наборов и брать мелкие прядки, и тем самым будет больше бегудяшек, меньше прядь будет быстрее просушиваться, и, возможно, эффект будет намного интереснее. Но мне не понравилось то, что они постоянно ползут, они просто соскальзывают с волос, и приходилось это все подкручивать. Как следствие, я считаю, что даже пробовать спать в них ночью тоже не имеет никакого смысла, потому что когда мы спим, мы крутимся, и они будут сваливаться быстрее. Если вы раздумывали покупать такие бигуди, ну, лично мое мнение, хотя я его никому не буду навязывать, я считаю, что вещь эта абсолютно бесполезная, неудобная, старая добрая плоечка, и то кудряшки создает намного лучше. Поэтому я, наверное, их даже и хранить не буду, смысла я в них никакого не вижу, выкину. Да, была это такая покупка, меня просили проверить, проверила. Я считаю, что вещь совершенно бесполезная.